Привет, сынок. Ты куда хочешь кушать? Ну подожди, сейчас же бабушка придет. Подожди, поспи пока до папы. Что? Это дома. Да, это помидорчик и рыбка, видишь? Покажи. Все, что он чистит, он ставит метку свою. А кто это откусил? Ну ладно, что это откусил? Фофа? Кто это сюда накидал? Фофа один качан почистил, он думал, что его уже есть можно. И сидит, кривляет. Я говорю, что, вкусно? Нет. Я говорю, так его варить еще надо. Что вы хотите? Хотим это попробовать не намочить трусы. Ой! Ой, не надо! Ты специально лезешь, Гриша, чтобы их намочить. А нам хватит трусов там? Там есть плавки, если что. А у меня где-то в машине у дедушки. Да? Ну я не знаю. Просто я не уверена, Гриш, что у тебя трусов хватит. Ты взрослый наш. Не надо найти. Возьмем, этот возьмем. Возьмем, будем на море, да? Если там, да. Мама! Что, вкусно, мама! Мам! Знаешь что, я уже нырял. Да? Когда вас еще не было, когда вы уже выехали сегодня, я нырял. А Гамбиш вообще выйти. Если упадем... Если Афоня даже мочится, не залази, а пап, то ты о чем можешь сейчас говорить? Ну, он-то трусы не намочистил, да? Подержи, тихо, только, а то сейчас я упаду! Мама, ставим ставки? Перевернуться? Подожди. Лишь тебе надо было другой стороной, хоть к Антошику-то лицом. А зачем? Да, все. Афоня пошел одевать плавки. Афоня! Афоня, подожди. Так, что спорить? Виду что? Ну я же попросил убрать. Да что такое? Ты с Рексом? Мы вчера хотели украсть охранника. Думаю, давай украдем охрану. Кстати, что-то, устрицы эти или как они там? Это Шандровка нас собирал. Вот рыбу такой мы наловили. Вы такой не можете ловить. Да так вы ее и посушили еще, да? Еще и посушили ее, да? Да, высолили и посушили. Ты что делаешь? Афоня, и ты в круге. Ну и как тебе? Хорошо? Я без трусов. А что ты без трусов? Я вам сказал, чтобы не мочить. Это моя! Вот ты сиди там. Вот ты! Сидится на хвосте. Папа, я... Да нет! А Антошик, не я. Я кого-то... А кнопка как хочет, да? Вау! Зачем вам на море? Это мое было! Хорошо, что на солнышке ты вылез. На солнышке можно погонять. Смотрим с тобой едем. Афоня, а ты как? Вот нормально. Вау. Так, сейчас буду собирать помидорки в башке Гали, черри. Гляньте, сколько их тут много. Вообще ветки обалденно красивые. Вот, прям целый виноградик красный. Сейчас будем собирать. Мы-то собрали целое ведро помидор. Я сначала думала, зачем нам башка Галя такое большое ведро дала. А оно нет, ты знаешь. Пригодилось. И там черри вообще столько. Они такие красивые. Мы вешаем штору, поменяли. Что нам еще пожелать, Лиза? Все, шторка готова. Теперь что, можно одеваться на море? Да. Так, переоделись. Мы в купальнике, это вот от Эйвен, который с двумя этими платьем. Вот, в общем, все, сейчас поедем купаться. Ты что тут делаешь? Раскрашиваешь? Так ты сядь, за стол, там стол разложи, я не то, что разложил. Тихо, хочет удочки. Ну мы же зачем червей тогда искали? Зря. Ой, дай ты ради бога.
Лови, лови, лови. Лови, ради Бога, лови. Побольше. Відрож возьми. Рексик. Ты с ними? Ну давай. Я уже забрала. Ку-ку, где крокодил? Ну садись пока так потихонечку. Вау! Как ты, да? Ой, как кукурузой запахло. Сейчас в салоне будем ехать. Что, поломалось что-то? Не, один крючок оторвал. А где? Где-то тут? Я мамы. Нет, я сбегу. А то она обеда там. Что такое? Мам. А то она обеда там. Ты с крокодилом давай. Мама, а то обеда там. С дедушкой? Да. А я хочу, чтобы ты с крокодилом. Не, я хочу деда. Мои очки с Китая. Синие, мне нравятся. Ну, такие странные. Давай, немножко. Йо-хо! Собираемся на море? Наконец-то. С тобой? Да. Это моя крокодил лапка. С нами. Обязательно надо же через магазин на море ехать, да? Что за магазин? Алло, меня приучали. Флагман. Ух ты, тут коровы по дороге на море. Говядина ходит, да? Не, ну ясно, что здесь молоко есть, знаешь, домашнее. Наши их терпеть не могут. Они... Ой, глянь, тут сколько народу, да? Ля, весь берег занят вообще. А вы думали? А ты говоришь, погода плохая, не знаю. Так только... и сегодня ж вы хорошо попали. Да? Хорошую погоду. Это редкий случай этим летом. Знаешь, сколько палаток? Раз, два, три, четыре палатки. Да тут город. Этот мини-городок. Так, а теперь надо... Да, теперь надо есть. Искать родителей. Милочки. Но они же как-то любят, как-то вторая. Там середина. А ты не знаешь, где сейчас медузы есть? Нет, они, кажется, в августе. Не, не вон. Вот тут мясорубка. Это как это? Стиральная доска, да? Есть они здесь? На дороге. Ну, такие заходные есть. Помнишь, мы туда ездили, было хорошо, да? Вот туда мы приезжали. Прогладили просто. Вынесла я. Заходят. Ну, густеет будет. Я тут людей вижу, знаешь, а я что-то не вижу, чтобы они купались или купаются. Это они! Чего смотрят? Чего? Тоха тут пляшет? И на крокодильчике я пляшу. В очках уже. Прикинь, такой спиннинг так, взял. У нас недавно, кстати, смерч был. Ехать, там где? Там должно быть море. Это? Да. Смерч. Не должно быть волны, ты думаешь? Да, и волны, и люди видят. Уже окунался, да? Да, ну где мы будем останавливаться? Собака! Может, в кут? Инопланетянин! Кажется, там сейчас тихо. Поехали. Инопланетянин! Ну, видишь, ветер такой. Инопланетянин! Надо дальше проехать. Мы просто остановились. Надо расти. Ну, поехали. Моментально испоганилось. Смерч появился. Все. Оптимист весь в воде. Поэтому... Ты тут какое бревно. А ты плавки с собой брал? А трусы? Так, в общем, мы уезжаем от этого пня, потому что там дно, да, не очень, нам туда плохо будет заходить. Сейчас едем куда-то искать другое место, где дно хорошее. Тут чаек, конечно, вообще, да, много. Люди даже рыбачат.
Тут волокушу тягает. Ваня там у дедушки в машине. Ну чё там? Хорошее! Да? Теплее? Не знаю, может, просто. Гришка сразу крокодила. Что, вода прям теплая. Я накупалась. Ну что, папа отышит тут? А, Ваня там купается, да? А Антоха рыбачит. А папа что делает? Папа маму закапывает. Пока что лезет только либо голова, либо... Да, наверное, вниз головой. А Пуня, что это вы тут делаете? Да? Топа. Это горы, да? Топочка. Башка Галя там с Григорием. Вот желтый пакетик. Доставай, открывай желтый пакетик. Там кукуруза. И еще там как раз их две, да? Да. Все, а этот тогда пакетик убираем. Кукурузы больше нету, да. Да, еще дома там есть у бабушки. Бабушка не думала, что она такая вкусная, да? Ага. Она прям вообще обалденная попалась. Это мусорка, сынок. Это мусорка, там ничего нету. Ну как тебе вода? Тепленькая? А тебе? Тепленькая? Я же говорю, и вон, тут их вообще столько зараз. Осторожно, вот эти колеса, да? Ну, это ж как сухоцветы, да, такие? Очень красивые. И тут вот они еще. Заросли.
Ух ты! Ничего! Перевернулся? Ай, да просто возле бережка плаваю! Чего они меня выбрасывают? Мама, что я им сделала? Так, ну что, мы накупались, переоделись сейчас, чтобы не была мокрая машина. Сейчас уже будем собираться ехать. Антоха в шляпе в какой интересной. Антоха, покажи шляпу. Слушай, мы едем, тут вот такая дорога вообще. Как будто стиральная доска. Народ куча. Никто не уезжает, походу все с ночевкой. Сейчас начнется уже хорошая дорога. Все, едем. Я за рулем, сижу, нет, там за родительской машиной. Я тут. Все, приехали. Папа сейчас кресло переставляет. Будем собираться домой, да? Антон Сергеевич, ты хочешь домой? Или еще на недельку, Антош? На месяц. На месяц? Смотри, какой. Дед сказал, я тебе лучше вилку одолжу. А я кажу, хай хоть уже в рис выбирать. Не, ну тут, чтобы хоть было вам видно, да, да, дорогу. Ходили вы, да, не приходила. Я думала, они сегодня гуляют. Ну, чи вчора гуляла, чи нет. Скажи, что ты же в садик ходишь, расскажи. Расскажи, что ты там кушаешь, да? Что ты там еще делаешь? Кашку, молочку, да, все. Расскажи, сынок, там воспитатели. Как зовут воспитательницу? Таижешка, жена одна. Афоня, Афонь, как зовут воспитательницу? Расскажи. Вот то я говорю, вот то еще. Вот то уже не сделали, и тема человек не зачепится. А сейчас ты дома, да? У тебя каникулы в садике, долго. Да? Нет, он говорит Довгаль. Как твоя фамилия? Это ветки надо. А долго, это долго будет. Ну вот еще одна неделя, и потом все, ремонт закончился. До первого, да? Ну да, до 1 августа и все. Вот. Неси. Что это, что орешек? Он плохой, еще рано орешкам, они еще тут зеленые. Их надо вот туда на кучку. Сейчас папа покажет, куда нам выносить. Ветки будем выносить, да? Когда мама. А потом пойдем кушать, да. Что, Антон Сергеевич? А вообще я покажу, как надо кнопки мячик делать. Это мячик? Это. Кнопка. А? Кноба? Она негодная. Нет, он не кушать. Он говорит, кнопки мячик делать. Надо мячик есть. Сделал. Мама, а в этом обрезе есть. Ну да. Где ты взял такие ракушки? Я что-то на коллекцию ракушек сделал. Да? Красиво, да. Ранишка, это что я сам. Папа, ну там какие я ракушки? Да. Обуваемся, котик. Обуваемся, обуваемся и едем. Так, где мама на обувь? Ну, в садик купим новый, еще в садик не идете. Ну что, вы уже уселись? Да! Ты хочешь домой, сына, или нет? В магазин? Так ногти не грызем? Нет. В есть? Да. Ну, поедем же сейчас. Мама еще там посидит в компьютер, посмотрим. Да, тут что-то не работает, да? Антон Сергеевич. О, крутое, крутое. Да. Пока! Все поехали? Все? Ничего мы не забыли? Вроде все забрали. Куда вам нужно? Все, мы выехали. Это сколько? Без 28. Сейчас поедем в Ейск сначала. За Антохиными подарками, а то он там оставил в квартире. Тут мама, я все вам открою. Я знаю, какой номер. Да? Да. Молодец, котик.
Они попарятся в пробках несколько часов. Море, казалось. Бля, сколько абрикос, блин, вообще я хочу абрикосок. Жерделок, вернее, жерделей. Тут эти. Голодная мышаставка приехала. Сейчас будем рвать, сейчас приближу. Да, тут все дерево, да? Глянь, какая тут красота! Солнышко, да? Солнышко, да, заходит. Все приятненько. Да, хорошенький зеленый. Да, теперь светло-зеленый. И сразу пахнет, да, краской? Да подожди, котик, подожди. Сейчас. Покажи, какой термос. Это для похода тебе, да? А ну что это? Ложка там, да? Вилка. Все по одному. Мама, ага. Так там кашу можно. Ну да. Антоша, дай термос, я сейчас кашу накидаю, пойду на море. А не умничай. А смотри, там видите, куда-то кидать. Что тут кидать надо? Что тебе еще подарили? Мне? Ой, сына, поднимай. Слезюку это и это, и все? Нет, не все. Это же слезюку в парке-то, да? Вот фонарь мой. Нормально, а еще что-нибудь? А что это за фонарь, покажи. Понятно. Так, вокруг детки. Сейчас. Тут светится. Угу. Дай, ложись идти. Ух ты! Подожди, компьютер тут что-то не работает, сынок. Ну как? Обалдеть, еще и цветомузыка. Бля, как здорово. Антоха, это не фонарь, это просто супер. Да, дискотека. А это выключается, когда это ключевая. Да, так он на батарейках? Ну да. Тут это такое на улицу к нам повесил. Обалдеть, да, здорово? Так, все, мы это настроили компьютер, теперь выключаем. Так, давайте собираться, дети. Антош, он хочет лизуна. Давайте одеваться, котики. Сейчас уже будем ехать домой. Мама, ну папа там спит. Ну что, будем его будить, а что делать? Папа! Нечестно! Давай, сумма! Другой палец. Ой, вот этот? Да. Во. Да, еще последний раз. Су-е-фа! Фа! Да, вы... Не, это еще не самый... Еще... Что? Пошли, ты что, боишься, Афон? Кого ты тут боишься? Не птица улетает, а ниндзя улетает. Расскажи, попробуй только ниндзя улетает. Улетай. Ну все, мы дома. Ура! Во сколько мы? Смотри, сейчас как раз ровно 12 часов. Какое счастье. Вот сегодня как раз день рождения нашей семьи, когда все дома. Вот все, идем спать. Пока! Think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. Think I'm crying on my own, well, I ain't.